Итак, это полуавтомат для второго гирбокса. Он оснащен системой вежливый нозу. То есть откат нозы осуществляется с определенной скоростью, небольшой. Давайте посмотрим. То есть если очень быстро стрелять, он срабатывать не будет. Но время отката нозы в принципе можно регулировать. То есть эта система позволяет стрелять примерно вот с такой скоростью. При этом мягко досыгает шарик, который пройдет через любой там ринг мод. Вот, что еще интересного. Система абсолютно не зависит от скорости нажатия выхлоп. То есть как бы медленно я не нажимал спуск, выстрел будет абсолютно однообразный. Ну и давайте послушаем звук работы самого механизма. То есть я заглушаю нозу, он просто сейчас как бы в тряпочку стреляет. Вот слышно глухой выстрел там в тряпочке. Звуков работы самого механизма крайне мало. Вуаля!